Привет! Я Марина Романова, вы смотрите ТВ в деталях. Сегодня в нашей программе телеканал A1. Все, что вы хотели знать об R&B-культуре в России и не только. Как создаются музыкальные хит-парады, кто пишет новости о звездах рэпа, что такое Virtual Selection и Funbox? Не переключайтесь! With the future, trust me, I'm telling you, beats are unique and the flow is irregular. I flow like electric, straight through the wire. I need to stop, drop and roll, 'cause I'm on fire. I'm writing these bars in my phone. I'm writing. A1 Hip Hop Music Channel стартовал 20 октября 2011 года с клипом Let's Get It Started группы Black Eyed Peas. Вообще, канал под брендом A1 был запущен еще в 2005 году. Он сразу же, буквально с первых минут эфира, заявил о своем уникальном, альтернативном формате, где одной из главных тем был классический рок. Все изменилось спустя 6 лет. Осенью 2011-го руководителем канала становится известный российский продюсер Александр Толмацкий. И вектор альтернативы неожиданно смещается в сторону стиля хип-хоп. Сегодня мы узнаем, почему же A1 сменил название и какие перспективы у хип-хопа в России. Кстати, новое музыкальное направление – далеко не единственное изменение, которое коснулось канала. Серьезно обновилась и сама команда. Правда, это нововведение так и осталось за кадром. И только зрителям ТВ в деталях выпал уникальный шанс узнать создателей первого в России хип-хоп-канала. И один из них – это Вячеслав Луговых. Ради A1 он кардинально изменил свою жизнь. Уехал из родного Екатеринбурга, где, между прочим, возглавлял местный 4-й канал. Вячеслав, скажите, вам было не грустно покидать родной город, любимую работу? Я знаю, что целых 10 лет практически вы возглавляли там канал. Ну, на самом деле, я сюда пришел не прямо из Екатеринбурга, не как Ломоносов в Москву. Я еще поработал в Москве года полтора перед этим, а потом уже пришел на телеканал A1, где, собственно, занимаюсь тем, чем сейчас занимаюсь. А до того, как стали генеральным директором, смотрели телеканал, были его поклонником? Да, я знал телеканал A1 лет 5 до этого. Мы с ними сотрудничали, даже работая в Екатеринбурге, поэтому все логично, что я здесь оказался. Расскажите нам, где, что у вас тут находится, что есть интересного, на что нам стоит обратить внимание? Ну, самое интересное, это, конечно, люди, которые здесь работают. Вот я их вам всех не покажу, сами представятся. А то, что касается помещения, телеканал, хоть и известный, и вещающий на всю Россию, но занимаем мы небольшие помещения. Ну, пойдемте, наверное, в самое главное место. Пойдемте. А самое главное место, я так понимаю, это аппаратное. В эфир огромной нашей родины и уходит сигнал, который через несколько мгновений после того, как его отсюда отдали, в своих телевизорах могут видеть более 10 миллионов наших зрителей. 10 миллионов – это каждый год, каждый месяц? Это ежемесячно, телеканал смотрят, обращаются к телеканалу более 10 миллионов человек. Интересно, мне, кстати, интересно, как вы прослеживаете эти цифры, как вы их узнаете? Есть специальная компания, называется ТНС, которая производит ежемесячные замеры и представляет нам, ну и всем телекомпаниям, кто с ними сотрудничает, эти данные. Отлично, то есть официальные цифры, ничто не придумано, все на самом деле, все правда. Идем дальше. После перезагрузки, как называет авторский коллектив смену формата, музыкальное наполнение A1 представлено несколькими стилями. R&B, рэп, фанк, регги и соул. Столь же разнообразны и программы канала. Например, передачи о компьютерных играх Virtual Selection или об экстремальных видах спорта Funbox. Ну и, конечно, всегда актуальный A1 Hip Hop News, ведущему которого, Глебу Болелову, я передаю слово. Глеб, привет, как меня слышно? Друзья, привет, меня зовут Глеб Болелов, я работаю корреспондентом на телеканале A1, и практически вы сейчас смотрите A1 Hip Hop News, потому что сегодня вы понаблюдаете за тем, как мы делаем новости. Сейчас мы находимся в клубе «Арма», где за моей спиной уже через считанные минуты на сцену выйдет группа «Триада», которые представят свой 9-й по счету альбом. Сегодня будет много рэпа, но самое главное, вы посмотрите на то, как наш телеканал делает новости. Наслаждайтесь!
Первое, что делает ведущий на съемочной площадке, записывает свой стендап. Стендап – это репортерский прием, когда журналист работает непосредственно в кадре. Затем съемочная группа отправляется брать интервью. Сначала у зрителей, а потом и у самих звезд. Мы в гримерке клуба «Арма Холл», и как умные журналисты мы берем интервью до концерта, потому что часто бывает такое, что после выступления звезды сильно устают, уже не в состоянии разговаривать, поэтому уже через считанные минуты здесь появится группа «Триада». Несколько актуальных новостей, немного юмора и напоследок, конечно, пара теплых слов о самом канале. Хочется сказать на этот микрофон теплые слова в адрес телеканала «Иван». То есть, чем он мне лично запомнился? Тем, что когда-то на нем было мало рэпа, много другой музыки. Сейчас там много рэпа, нет другой музыки. Вот. С удовольствием включаем его, когда хочется послушать правильный, хороший рэп. Записали интервью со звездой, сняли концерт, пообщались с пришедшими на концерт людьми. В общем, вы увидели, как готовятся новости на телеканале A1. Меня зовут Глеб Болелов. Смотрите A1 Hip Hop News, программу Funbox. Слушайте хорошую музыку. Не забывайте, что ее очень-очень много. Всем пока. Ну а мы вновь на телеканале. И сейчас хочу пообщаться с директором по пиар и промо Захаром Бабиным. Захар, расскажи, какие интересные акции сейчас планируете, которые уже, может быть, уже проходили на канале, о вашей ивент-жизни хочу знать. Ну, ивент-жизнь у нас достаточно богатая и насыщенная. В ближайшее время мы планируем, ну, с одной кинопрокатной фирмой устраивать предпремьерные показы фильмов в московских кинотеатрах, которые будут проходить под брендом «Иван». Мы примем участие в крупнейшей российской телекоммуникационной выставке CSTB, где у нас будет стенд. Кстати, приглашаю всех ваших телезрителей прийти и посмотреть на наш стенд. Придем обязательно. Да, это будет что-то невероятное. В прошлом году, можно сказать, мы порвали всю эту выставку. У нас выступали брейк-дансеры, битбоксеры. Постоянно прибегали организаторы, измеряли уровень звука. Все ли в порядке, да? Нет, выносили нам предупреждение о том, что мы сильно шумим, о том, что... Красивые девушки наверняка. Да, у нас были гоу-гоу девушки, которые, в общем, по-моему, только ленивый мужчина не сфотографировался с ними. Будут также большие изменения на телеканале. Телеканал будет расширяться и укрупняться, но пока не буду говорить, в какую сторону. Вы сами все увидите в 2013 году, но это будет абсолютно точно. Это не ивенты, но, возможно, мы станем небольшим холдингом. Очень интересно, заинтриговал нас сегодня Захар. Благодаря смене формата увеличилась не только аудитория A1, но и клиповая база канала. Ее удалось на 100% обновить. Сейчас она насчитывает более 11 тысяч музыкальных видеороликов лучших российских и зарубежных исполнителей. О том, как составляется сетка вещания, нам расскажет Александр Самойленко, программный директор A1. Здравствуйте, Александр. Очень мне интересно, как же формируется сетка вещания на канале. Я знаю, что вы мне можете об этом рассказать. Да, потому что я этим и занимаюсь на канале. Смотрите, чтобы мне было удобно, я делаю вот такую красивую штуку в Excel. Здесь очень много всего непонятного, но это так называемая перспективная сетка, в которой мы работаем наперед, так сказать. Это все разноцветно. Все разноцветно, красиво, да, мне поэтому нравится, иначе бы я не делал. Все программы выходят вовремя, именно благодаря этой сетке. Дальше, кроме этой сетки, есть еще планировщик музыкального эфира. Александр, скажите, а могу я сама составить сетку, ну хотя бы самую маленькую? Конечно, вы можете взять мышь и расставить все в том порядке, в котором вы хотите видеть это на телеканале. А что-то убрать я не могу? Что-то убрать тоже можете. Вот, например, предположим, вам не нравится Эйкон. Мы делаем замену и выбираем то, что вам нравится. Но мы, конечно же, не работаем по принципу «нравится, не нравится». Вы объективны? Мы более чем объективны, поэтому у нас в эфире в основном 100% хиты. Садитесь, посмотрим, что у вас получится. Ответственный момент. Если что, пеняйте все на меня. Ну что ж, главное не поставить Таню Буланову, я так понимаю, правильно? У нас есть Марсель, у нас есть Noize MC, Slim. Ну, в общем-то, мне нравится Slim, мне нравится Марсель. Мне вообще все тут нравятся. И Бьянка нравится, поэтому поставим Марселя. Окей.
Ну а мне осталось узнать самое интересное. Кто и как составляет чарты самых популярных артистов недели? Ведь без столь любимых всеми музыкальных хит-парадов невозможно представить ни один музыкальный канал. Я хочу найти ответственного редактора, который обо всем об этом мне расскажет. Может быть, это он? Мне нужен Иван Симаев. Не подскажете? Не подскажешь. Но я думаю, что можно украсть у него шляпу. Идем дальше. Скажи мне, пожалуйста, как вы определяете самых популярных артистов недели? Ну, это, в принципе, складывается из множества факторов. Мы отслеживаем просто движение там, в этой песни в тех или иных хит-парадах там, с разных стран. То есть там в Европе, это в основном UK Top 40 там, и всякие еще другие там чарты стран. Если Запад, то мы, естественно, ориентируемся на такой журнал Billboard. А сами артисты отслеживают свое положение в чарте? Бывает, что обижаются на вас? Я думаю, отслеживают, но претензий никто не выражает, потому что мы стараемся, чтобы всегда был баланс. Чтобы всем угодить и чтобы... Ну, не то, чтобы всем угодить, ну, чтобы никто не обижался. Хороший трек, качественная работа никогда не пройдет мимо нас, мимо нашего хит-парада. Это 100%. О новых проектах A1 расскажем в следующих выпусках ТВ в деталях. Следите за новостями на сайте канала. Свои предложения и пожелания вы можете направлять в адрес интерактивного ТВ Ростелеком на e-mail, который вы видите на ваших экранах. Вы смотрели программу ТВ в деталях. С вами была я, Марина Романова. Не забывайте смотреть телеканал A1 на кнопке 501 в пакете музыкальный интерактивного ТВ Ростелеком. Пока!